Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Опять 25. В России снова предложили привязать размер штрафа за нарушение ПДД к стоимости автомобиля. Чем дороже транспортное средство, тем больше платишь. Автор инициативы – один из общественных деятелей. В пример он привел Москву, где лихачат в основном владельцы престижных авто, например, Lamborghini. Для таких водителей штраф в 500 рублей, по мнению активиста, как слону дробина. Трасса 101. Операторы техосмотра выступили с инициативой внести диагностическую карту в список документов, которые водитель должен предъявлять по требованию инспектора. О себе любимых пекутся ТОшники. В августе, как известно, карта стала необязательной при оформлении ОСАГО. Теперь на пунктах техосмотра, мягко говоря, немноголюдно. К счастью, МВД оценила идею трезво и не поддержала ее. Трасса 101. «Лада Веста» остается самой покупаемой новой легковушкой в России. Она значительно опережает своего ближайшего конкурента «Киа Рио». Бронза удерживает «Хёнде Солярис». Также в первую пятерку входят «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид». «Гранта», которой пальма первенства принадлежала в течение нескольких лет, опустилась на шестое место. Трасса 101. Автоугонщики изменили свои предпочтения. Если в недалеком прошлом в списке наиболее похищаемых авто на первых местах фигурировали премиальные марки, то теперь это бюджет и середнячок. В Москве, по данным страховщиков, самой угоняемой моделью в этом году стал Hyundai Santa Fe. Ненамного от него отстает Hyundai Creta, на третьей строчке Kia Rio. Далее идут Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson. Трасса 101. Водителю 17 лет, пассажирке 2 года. Они приходятся друг к другу, отцом и дочерью. В Иркутской области сотрудники ДПС остановили шестерку, за рулем которой находился нетрезвый несовершеннолетний гражданин. Свое чадо он вез неведомо куда без использования детского кресла. Финал предсказуем – штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, на юного папашу завели административку за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.